Всем привет, с вами Илья. Я сегодня собрал набор гусеничный кран 82-88. Вот какой он у меня получился. А теперь рассмотрим все три его функции. Этот рычаг поднимает всю модель. Вот. И также опускает. Третья часть отвечает за вот этот круг. Вот. Я опускаю и поднимаю. Этот рычаг отвечает за стрелу. Например, поднимай и опускай. Еще тут есть противовес, чтобы кран вот так не упал. Еще он поворачивается. Еще у него есть гусеницы. Но по скользкому столу, как на котором я снимаю, он не ездит. Вот. Гусеницы не движутся. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.